Всех приветствую на канале Древнего Еретика. Сегодня мы попробуем добить 228 уровень на рейдовых боссах, на мировых рейдовых боссах. У меня есть некоторые недобитки. Вот я их сейчас заберу. Посмотрим, сколько у нас всего выйдет по опыту. И, может быть, еще кого-нибудь даже полного убьем. Так, нужно использовать зверинчик, чтобы у нас петух был немножечко посильнее, да? У него же статы улучшаются. Да. По снаряжению я использую посох восставшего Идры, божественный, соответственно, на тысячу магии и Эбеновую рождественскую лютню. Вот, играю, получается, без двуруча пока что, ибо он не выпал. Как-то так. Две лотные перчатки Лугуса, чтобы накидывала в маг три стрелки. Сапоги Бальдра и боевая роба Бальдра, соответственно, на Дев. Ну и корона Балора. Потому что Леонеса Арнатка пока что не упала. Так, давайте начнем. Попробуем сегодня по-быстренькому сейчас добить. Этот видеоролик у нас как летсплей будет. Я... Посмотрю, как этот формат вам зайдет. Вот, потому что на ютубе летсплея по Орне еще ни разу не видел. Видел обучалки, видел там, не знаю, быстрое прохождение РБ. Когда человек просто перекачивает и убивает с одной-двух тык рейдового босса. Перед этим, соответственно, бафаясь полчаса. Вот, я пока что к перекачам не отношусь. Ибо 227 уровень, нету еще даже смотры, которая будет повышать магию. Играю только с обожествлением и перчатками лугуса. Вот, и, соответственно, магическим уроном в 4000. Даже сейчас давайте посмотрим. На рейдах магический урон магии 4000. Соответственно, сопротивление 4200 практически и защита 2126. Ну и ловкость 1300. Маловато. Так, хорошо этого забрали. Сейчас посмотрим, есть тут недобитки еще какие-нибудь. О, отлично. Так, ну здесь просто буквально проделки, чтобы магию накинуть и прыть верно. А я не сработало, ладно, баночкой добьем. Все, магию поставили, как бы этого вполне хватает, чтобы с полохами его убить. При этом нам перчатка Лугуса кидает временную магию три стрелки. Так, я не туда жму, да. Окей. Все, с полохами начинаем его дамажить. Сейчас еще обошка подойдет с петуха, с фениксом. Так. Все отлично добили. Так, соответственно, давайте заберем. 661 миллион опыта. Ничего хорошего не упало. Так. Ну, по опыту все меньше и меньше, это хорошо. Так, еще недобитки есть, интересно. Блин, вроде петух был. Какой-то недобиток. Или нет. Так, с восставшего также ничего хорошего не упало. Но 850 миллионов опыта. Так, так, так. Знаете, кого я хочу добить? Я хочу добить вот этих вот. Ребят. Забрать с них по 300 миллионов опыта, чтобы больше с них не падает. Вот. Блин, извиняюсь, ребят, за такие смс-ки следующий раз отключу все уведомления. Будем играть нормально. Так, опять же, чпоньк, все, добили. Астерию. Слеза звезд, три штуки, но никаких предметов интересных, соответственно, не упадет. Так. Далее, поехали, у нас есть... Блин, есть вот Тефион. Ладно, не попадаю я по нему. Где Феникс-то еще один? Так, ладно, давайте вот на этих на мелких набьем. Поехали, изначально забав. Кидаем стойкость голема, барьер второй, против верны. Возьмем, пожалуй, песню верну также на крит. Немножечко добавляем, да. У нас уже петухи и перчатка пробафались, это хорошо. Так, сопротивление можно убрать и хор. Хоп. Блин, я, я не хочу его критом бить. Будем так спокойненько по 100-200 тысяч наносить просто всполохами. Опять же, я никуда не спешу. Мне до 230 уровня еще желательно миллионов тридцать орн накопить, чтобы взять снотру и, соответственно, поставить алтарь для возвышений. Вот. А орны копить без эндлеса пока что плохо. Плохо, очень долго, муторно. Ибо бегать харды подземки постоянно. Это, во-первых, их надо искать. Это либо ты гуляешь, либо ты прыгаешь по порталам, вот. А это надо приставать к людям, просить, чтобы они открывали порталы. Причем желательно, чтобы их было побольше и людей, и порталов. А, не порталов, а даже и на одном портале, вот так. Так, поехали сразу у следующего. Т9 заберем. Их пока что подчистим. Опять же, сразу забав. И потом начинаем убивать. Как раз очистим домашнюю территорию. Будет немножечко поприятнее играть. Так, защита минусовая нам не нужна. Используем и хор. И можем его начинать бить. Причем всем советую на рейдовых боссов заходить с минимумом маны, дабы сразу сходу наносить урон выше. Если вы заходите с полной маной, вам ее нужно изначально слить, чтобы урон стал выше. А это тоже время. Вот так. Берем 500 маны и в принципе для начала хватает, чтобы и забафаться, и начать наносить урон. Так, юзаем банку на ману. Полетели дальше. Так, отлично. Смотрим, что падает. Ничего хорошего. 756 миллионов опыта. Хорошо. Осталось 1 миллиард. Ну, еще один РБ, соответственно, убиваем. И пока что закончим на этом деле. О, как раз недобиток нашелся. Кайф. Здесь можно уже просто в ману поиграть в ману, в магию. Бафаемся на магию и всполохаем, бьем его. Отлично. Так. Ну их осталось тут еще на уровень примерно. Все, 228 уровень готов. Давайте посмотрим, что у нас по добыче. Ничего интересного. Абсолютно. Да. И по опыту надо 36 миллиардов на 229 уровень. Как-то так. А, соответственно, по орнам еще 30 миллионов. Будем как-то рожать, фармить. Не знаю. По рейтингу у меня все прям таки хорошо. 228 уровень и при этом мировой 800. Региональный 71. Да. Отлично. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.